Королевой спорта они на «ты». Тому подтверждение успехи, которые последнее время демонстрирует юношеская сборная Ульяновской области по легкой атлетике. Несколько дней назад четверо ребят вернулись из Казани, где проходил всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России Юрия Красильникова. Команда легкоатлетов Ульяновской детско-юношеской спортивной школы номер 6 привезла на малую родину 5 золотых и 1 бронзовую медаль. Все пока идет по плану, готовимся. Дальше старт очень такой серьезный. Это первенство Приволжского федерального округа среди юношей и девушек, который пройдет в городе Новочебоксарск с 11 по 13 января. Ну а дальше Россия, первенство России. 17-летняя Лиана Хусаинова на соревнованиях в Казани завоевала сразу 2 золотые медали. Девушка стала первой в прыжках в высоту и лучшей в дисциплине толкания ядра. Легкой атлетикой она всерьез увлеклась 2 года назад. До этого чемпионка профессионально занималась футболом, хоккеем, баскетболом и даже единоборствами. Ну, я волнуюсь, конечно, но тренируюсь все же. Усердно стараюсь выполнять установки тренера и выкладываться по полной. Хочу довести свое тело до совершенства и показывать хорошие результаты. Накануне ульяновскую фантастическую четверку ее тренеров чествовали в родной детско-юношеской спортивной школе. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.